И всем хай, с вами я, Гайкер7772.0. И готовьте бутербродики, не знаю, печенюшки, готовьте чаек. И давайте смотреть мой ролик про Stand Off 2. Да, сегодня мы будем говорить всякие мемы, вкатки и говорить, что они в ролике. Посмотрим, в конце подпишутся ли на меня хоть кто-нибудь. Если что, я вам покажу. У меня 61 подписчик на сейчасный момент. Мы будем говорить всякими мемами, например, Among Us. Я сейчас съем свой микрофон. Что еще? Например... Да я не знаю, что например. Что-нибудь будем говорить. Просто говорим, я Кнюсоед. Я не знаю, кто это, но все же, ладно. Короче, не помню, что-то долго забросить. Короче, сейчас все... Пригласим в лобби, открыть конвой. Зайдем. Нет, интересно. Хорошо, смотрите. Да? Да, вот вы. Так, ну давай, ты вот в ролике. Вот. 772.0, естественно. Так называется. Все. Так называется. Нормально, так напишем быстренько. Так называется. Давай напишем так. Канал. Называется. Хакер 7.2. Что непонятного-то? Канал называется Хакер 7.2.0. Да. Ок, сейчас зайду. Чекну. Ладно, так. Ютуб. Потом, штуку. Подожди. Ладно, как сыграю. Ладно. Хорошо. Ладно, так напишем, что подожди. Он вышел, то есть он вообще из игры вышел. Я теперь... видите, меня взломали. Ну ладно. Сколько? 800 голды. Ой, я думаю, сейчас куплю такое, не понял. Самая дорогая вещь вообще, это и две штуки, а кто еще две выкупил, ну ладно. Сам держу. Ну, понятно. Не знаю, что... А, я тогда писал. Потому что у меня там... У меня седьмой почти важный был. А, что нормально? Ну, это так, я не понимал. Так, убийств, смерти. Ну, там, тысяча разница. Потом что-то плеер, потом АВМ. Нифига, а я не знал, я почти 100 убийц сделал. Слушайте, давайте добьем этом роль. Сколько? Я большинство убийц сделал только на М16. Ну я всегда же за теров выхожу. Давайте, а вы сегодня поднимем. И Дигл, я он на Дигле сейчас. Дигл это вообще прям... Дигл на каком месте сейчас? Ну, на 6-м месте. Что история матчей? Победа. 3 победы, нормально. Он, короче, вышел. Ждем его. Уже роль 4 минуты, но 4, там чуть больше, чуть меньше. Пока выйдем из лобби, посмотрим, сколько стоит клан. Чего? Ладно. Давайте поищем клан. Просто... Нет, это не надо. Пожить кланом надо смотреть там. Нифига, победа уже 40. Он что, один играл? Нифига, он один играл. Здесь косарь опыта набрал. Давайте дальше смотрим. Просто где, давайте где один участник просто. Профиль клана. Я приблемушка. Давай загружайся, обработка. Ладно, это, наверное, быть. Я делаю так. Потому что...
Надо смотреть, так где, потому что у них очень маленький. Единственный. Он один там. Ой, вообще бы сидел бы. Чтобы посмотреть, как... А как взлом? Как взлом? Да, я узнаю. Видишь, пятерки, знаешь. О, подключился. Ну что? Ролик. Уже. Шесть. Ну, идет. Идет. Ролик. Давай, запишем. Давай. Ну, почему не смотрим? Давай, три. Ну, вот так сказать. Командный, наверное. Давайте просто все карты. Чё? А, КБ, это что такое? Сэнд. Команд. Сэн-Юрс, ну всё. Пожелание, так пожелание, ребята. Поэтому, знаете, у меня ролик, наверное, на 15 минут. Я вообще расскажу, наверное, почему я твой канал создал. 7.2.0. И командный бой, если что, это... Ну, это может... Командный бой, когда ты по сетке играешь, и они один на один. Это у кого больше, короче, убийств, по-моему. Да, у кого больше убийств, вот и выиграет, и опыт получает. За опытом получает золото, может быть, кейсики. Ну, понятно. Так, ну, почему канал Кир 7772.0 и почему Майнкрафт, а сейчас стендов? Давайте канал, почему? Я когда-то, я прям очень старый подписчик Компота был. Я помню еще его первые ролики. Помню его старые ролики, очень старые ролики. И вот я такой смотрю, говорю, о, хакер. У него, я помню этот ролик, у него хакер 77 тоже был. Три смерки. Я такой, о, ну, у Компота же хакер 77. Думаю, может мне канал создать такой? Хотя не, думаю, не надо. Зачем мне канал? Как Компот все равно я там подумаю такой. Хотя, я хуй Компота. Ролики лучше смотрю, вот, может, лучше так. И такой, ну, как я такой, ну, такой думаю, ну, зачем мне канал? Хакер 77, Компот уже есть хакер 77. Я такой думаю, и хакеров 77 тоже много, и хакеров 33 очень много. Всех много. И такой думаю, а может мне сделать 2.0? То есть... Типа второй, но не второй. Ну как-то вот так. Крысёныш убил меня. Ладно. Ну давайте так. Я играю плохо. Постоянно играю, уже помню, с кем чего. Меня взломали. Ой, нифига, он меткий стрелок. Совершенно меня, да? Я вообще плохо играю, если честно, по правде. Плохо играю, но... Что-то да могу. Поэтому давайте на 5... Вот. Мне на 18 минут ролик будет. Я там на фото стрим там поиграю, там. Оп! На. Убит. Убит в бой, не можешь, как говорится. Залагала, ребят. А, нет, убил. Дегло, чего? Ну ладно. Ну, я вообще выигрывать не собираюсь, просто чтобы он меня там... Ну, что-то я не хочу свои показывать. Ни вам, ни ему. О! Ну, хоть что-то, да умею я, конечно, ну, прям профессионал, о. Как говорится, хоть что-то. Ой, да умею. Маленький, да удаленький. Но это не точно. Я вам приболел так много. Пошел на меня. Нифига! Это в полете либо было, либо нет. Ну да, он со снайперки там. Ну, все же, я хоть что-то ему задал, трёпку какую-то. Да, блин, надо, кстати, управление мне поменять. Ой, я его не увидел. Да, лютый про, видимо. 7-4. Ну, нам, главное, больше 20. Что, хотя, я думаю, вы точно досмотрите. Где-то тут, я-то знаю.
А может, не тут. Кто знает вообще, где он? Он тоже, видимо, ютубер. Оп! Тихо! Убил, что убил? Ай, ну убил. Ну, конечно, я не очень играю, тем более. Плохо играю я. Я могу. Ой, ну, что же. Да. Ну, пару хедшотов на тарелке там. Амогусы. Ой, что он взял? Аха, КР, да. КР — это мое звание, как говорится. Он с пистолетом такой, оп. Чего я? А, ну, точняк, надо же больше. А, да не вижу. Ну, ладно. А, это где был? Да я, ну, потому что, ну, бам, везет. На это точно. Как? Я реально плохо играю. Это минус. Это реально мой минус. Мне даже против про нельзя лазить. А вы говорите о каких-то ютуберов еще профессиональных. Я-то сам. Я посрался. Это реально страшно. А я знаю, что берем. Берем вот эти. ВМ, ВМ. Тем более, я же говорил, что надо качать ее, наверное. Или я не говорил, я не помню. О, чего? Это чистая случайность была. Чего? Тихо. Ага, ты думаешь, я тебя не найти? Тихо. Уходим. Бит в бою возвратиться не может, как говорится. А, ну, да, я не успел. Я на шифте тем более ходил. Или как-то, ну, как бы на Майнкрафт шифт задел. Тихо, чуть не убил. О, не, я чуть-чуть промазал. Там в ногу нельзя попадать. Ё! Я не увидел. Чего? Пистолет. Ой! Я не увидел. Я не успел поменять. Чего? А, ну да, он про как бы. Я, который нубасик чист. Подожди, чего? Я не за... С ножа натыкайся. Я не... А, там можно, да. Я же говорю, я просто снимаю, я еще смотрю на время, на все смотрю. Где-то... А! Я просто не видел. Ну ладно, ну и проигрыш это не важно. Главное, самое главное, что... Игра. Как ты за меня? Ладно. Ай. У меня реакция плохая. Хотя я в Майнкрафте. Ай, я бог какал. Ну хоть десяточку сделал. Первую. Ты же говорю, ты знаешь куда? Мой дом мастер. Иди помасти, но все же играть умею. Ой! Не увидел. Но... О, патроны кончились. Ладно, у нас минута осталось, поэтому...
Я не Дико Мастер, я не Дико Мастер, я не Дико Мастер, я не Дико Мастер, я не Дико Мастер. Я не Дико Мастер. Почему? Дико Мастер. Почему? Как? Я Мазила реальный. 88 хп у него. У него осталось, по-моему, 12. Утёк! Та-та-та-та-та-та-та! О, я успел! Найс гель! Покупайте найс гель! Я не тащу. Да, за 17. Ай! Ну, с дюкла каждый может. Ладно, так, 5 секунд. Ну, прощаться не буду, конечно же. Прощаться не буду. О, не понял. Ну, ладно, ладно, все равно, что там. Террористы победили, ура! Наконец-то террористы победили, хоть я и был за спецназ... Что? У меня на одну пинг больше? Не понял. Ну, ладно, так, это не страшно. Да, это очень не страшно. Да, я умею вот так. Я могу вот так, вау. Вот так, вау. Не знаю, что это, но так, вау. Короче, скажу спасибо за участие. Так, давайте. Не понял. Что такое, ладно. Напишем спасибо за участие. Спасибо за участие в ролике. Ролике. Спасибо за участие в ролике. Ну, а с вами был я, хакер 777.2.0. Я с ним еще не поговорю, а пока-пока. Всё хорошо, дня.
так. Я смотрю, что у вас небольшой актив пропадает. Всего лишь 66% или 65%. Людей смотрят меня с подпиской, а 33 без. Поэтому ваши 33%, пожалуйста, подпишитесь на канал и сделайте... И найдите под моим роликом вот эту красную кнопочку, которая вот как вот эта штука. И сделайте ее серой, как... Как вот это письмо. Да, сделайте серой. Вот у меня сколько друзей. Ладно, короче, сделай кнопочку серой. Подписаться. Как? Вот такого цвета только не выйти. А вы подписаны. Спасибо за просмотр. Пока.